Здесь был президент, и открытие моста состоялось с его участием. Ну вот открыли мост, ну у меня складывается ощущение, что президент решил проверить, есть ли дальше дорога там. И он сказал, ну давай посмотрим вот тут, в середину реки. И пошли, мы дошли до середины моста, хоть мы вначале пустили мотоциклы, они прошли, и убедились, что действительно этот мост имеет смысл, он соединяет части города, и дороги все построены. Он посмотрел, улыбнулся, сказал, ну хорошо. Все, да. Да, фотография хорошая. И, ну, есть у меня достаточно много фотографий, когда открывали кинотеатр «Эхо». А он тоже был здесь, на открытии кинотеатра после реконструкции, и там собрали тоже представители малого и среднего бизнеса. И то, что касается встречи, она тогда была неформальной. Я докладывал, как обстоят дела в городе, и он у предпринимателей спрашивал, какие препятствия там есть, что и как делается в городе. И в ту поездку тоже был интересный случай. Программа по пребыванию в городе шла к завершению. Было посещение Восток-Машзавода и дальше аэропорт. И когда мы вышли вот из кинотеатра «Эхо», он говорит мне, каким городу? Ну ты мне покажи хоть один магазин в городе. Ну не готовили специально, ничего же. Ну я села в машину со службы охраны, и по дороге там, вы знаете, этот магазин «Валентина». И пока они были на Восток-Машзаводе, охрана вот посмотрела этот магазин, и вот так экспромтом посетили этот магазин, и успела там владелец магазина к этому времени подойти. И он смотрел и интересовался отечественным содержанием товаров. Там продовольственные товары, там ткани, мебель и так далее. Вот тоже вот такой случай был.